Так, ну что, вот теперь вам слово. Значит, вот вы читали противоположность материалистического и идеалистического воззрения, вот этот весь раздел, да? В самом начале. Идеология вообще немецкого собственности. А начало чего не читали? Мы же книгу должны все изучать. Потому что у меня там было 16-49, а не так ничего. Не, ну книгу же начинаешь сначала читать. Правильно? Как вы считаете? Вот как культуролог, нет. Допустим, я там что-то неправильно сделал, я согласен, может быть. Но вы как культуролог должны сказать, вы что, Михаил Васильевич, кто так книги изучает? Ну, а почему нужно книгу сначала читать? Потому что мы даже следим за логикой, за развитием мысли. Правильно? А если мы развитие мысли будем... Вот я вам рассказываю, я в свое время изучал политэкономию, а потом преподавал. У нас вот в программе были такие методички, там страница такая. Это примерно так, я сейчас вместо вот цельного выступления буду иногда заглядывать в дверь и вам что-то говорить. Выходите, снова заглядывать, еще что-то. Или наоборот, я буду здесь что-то говорить, а вы время от времени будете заходить, заглядывать и слышать, что я говорю. Будет у вас какое-то такое цельное? Я хочу сказать, что вот о позиции Маркса Энгельса, о марксизме, поэтому очень представление превратное у людей. И было не то, что сейчас превратное, сейчас вроде бы как, вроде бы он, так сказать, не является там официальным идеологом, он, так сказать, признанный авторитет, так сказать, его публикует, читайте, пожалуйста, изучайте. Но в то время, когда, можно сказать, значение друг больше признавалось, изучение было совершенно безобразным. Скажем, я вот, когда учился, был студентом, я прочитал «Капитал». Я был на матмеке. А потом я обнаружил, что таких людей-то очень мало, которые прочитали «Капитал». То есть они не знают там логики, а знают всякие цитаты. Ну и что, если вы знаете цитаты? Да цитаты я из Библии могу тоже давать. И там тоже очень... Что-то мало мудрых мыслей. Очень много. Почему это? В любом произведении, даже там, в плохом, есть какие-то хорошие мысли. В том, что критикуешь... Вот, поэтому, конечно, тут вот требуется такое предложение. Ну, нас судьба связала таким образом, что если вы что-то не делаете, то я должен это воспроизводить. Я надеюсь, что вы восполните это в будущем. Может быть, и я неправильно сказал. Я это не исключаю. Но если идет, вот мы договориться должны в общем подходе, вот как мы изучаем какие-то классики. Там несерьезные произведения, есть такой метод, вы никогда не пользовались. Вот вы берете книжку, которая явно такая низкопробная, или там невысокого уровня. Что вы должны делать? Читать по диагонали. Умеете читать по диагонали? Ну как что? Вот какая-то книга вышла там. Какая-то книга по культурологии. Там вы немножко ее полистали, видели, что там что-то... Ну, вы хотите, так сказать, как-то с ней ознакомиться. Что значит ознакомиться? Вот я начинаю ознакомиться. Вы делали так, чтобы все страницы перелистать книги? И глядеть на вот... Не делали? Я вам очень советую. Это очень сэкономит у вас много времени в жизни. То есть есть такие, мы же с вами выделяем, то есть классика, так? И классические произведения требуют изучения, штудирования, там, проникновения в глубину. А что проникать в глубину, если там глубины нет? И вот если вы некоторые книги вот так вот просто будете листать, ну это можно применять и к серьезным книгам. То есть вот, например, к этой книге, сказать, начнешь ее листать и придешь к выводу, что это надо почитать повнимательнее и посерьезнее. Вот вы так вот читаете. Конечно, вы или вот на одну сторону смотрите, на одну страницу, когда открываете, или на вторую, на правую или на левую. Ну и все равно вы картину, вот, о чем, какая книга и о чем там говорится, вы получите вполне. Поэтому есть такое слово «просмотреть». Оно диалектическое. Просмотреть – это значит что-то пропустить, с одной стороны, а с другой стороны – увидеть. Просмотреть, то есть просмотреть, увидеть там что-то в ней. Поэтому просматривают книги, можно просматривать. Не только прочитывать, но и просматривать.
А если вы беретесь на изучение, конечно, там вы еще вернетесь, там еще, так сказать, подумаете на эту тему и так далее. Так вот вы просматриваете и видите, что это вот об этом. Вот я, например, вот листаю и вижу, мысль господствующего класса является в каждую эпоху господствующими мыслями, и дальше пошел. Но мысль-то уже интересная, там и так далее. А вот иногда читаешь, вот книжку листаешь и видишь, что кого цитируют, то интересное, а вот то, что он сам написал, неинтересное. Неглубокое и бессодержательное. И так, так сказать, вы проходите, хотя некоторые не выдерживают, начинают читать. Зачем? Вы успеете, вот мы же говорим о классике, вот, Екатерина, вы успеете прочитать все гениальные произведения, которые созданы за время? Нет. А следовательно, если вы читаете какие-то не гениальные произведения, это как понимать? Что вы делаете в это время, когда вы читаете не гениальные произведения? Это вы специально делаете, чтобы не читать, чтобы меньше прочитать гениальных? А для чего вы это делаете? То объясните мне, зачем это делаете? Такой вред себе наносите. То есть вот в принципе вроде как мы исходим, вот обыватель говорит, книгу читать полезно. Да, полезно. Полезно, согласен. Почему? Она носитель знаний. Она что-то вот несет вам. Вот, например, под луной полезно загорать можно? Почему это нет? Вы физику изучали? У Луны свой свет или отраженный, солнечный? Ну, если солнечный свет, вот, знаете, долетел до Луны и потом на меня. Почему я не могу загорать? Я не понял, как это вы вывод такой сделали. Ненаучный вывод. Ну, через зеркало. Вот зеркало стоит, вот так солнце, вот тут зеркало, вот я. Почему это не может быть так? Вам очень яркий нужен солнечный, так вам и что, сгореть нужно? Так все. Вот есть солнечный свет. То есть, в принципе, загорать можно под луной? Но ультрафиолетовые лучи доходят. Вот они, ультрафиолетовые лучи, ударяются о поверхность Луны, идут. Конечно, не все они пробиваются через атмосферу Земли. И это хорошо, потому что если бы все пробивались, мы бы не только не загорели, а мы бы погибли все. Это известно, что нас защищает от чрезмерного, так сказать, излучения ультрафиолетового, атмосфера, но все-таки лучи-то проходят. Если вы свет видите, так там, чтобы там нет ультрафиолетового излучения, только другие виды. Но инфракрасного тоже немного, не очень тепло, потому что тепло от инфракрасных лучей, а не от ультрафиолетовых, правда? Ну вот. А вы говорите, нет, нельзя загорать под луной. Кто вам запрещает? В гражданском обществе каждый может взять коврик, лечь и загорать ночью. Ну, если у вас какой-нибудь участок на даче есть, я понимаю, так вот как-то здесь вот на Невском можете расположить, это гражданское общество может осудить. А так? Ну, вот а смысл-то в том, ну, вы же понимаете, что долго, чтобы загореть, вам придется лет 20 загорать. Так же и с книгами. Есть книги глубокие, есть книги пустые. Вот каждый год издаются свежие книги, а потом проходит какое-то время, лет через 10 их все выбрасывают, из библиотек выкидывают. Не знаешь, куда их девают, но их вот. Дескать, давайте это старого издания, давайте новое издание. Вот, все эту вот массу, а что они выбрасывают? Они выбрасывают такие вот, есть книги, которые 100 лет проходят, 200 лет, они там лежат, никто не собирается. Наоборот, вы знаете, раритетные издания, ценность их начинает еще и возрастать. Ты все равно выбросите, нет? Он же давно жил, зачем его читать об ораторском искусстве? Так он жил в такое время, когда от того, как я выступлю, зависел жизнь и смерть, решение судебных каких-то дел, правда? А сейчас что, от того, как я выступлю, зависит? Не особенно. Ну, зависит немножко. Но не в такой степени как-то. Поэтому вот надо брать период расцвета ораторского искусства, а не период, когда оно не играет такой существенной роли. Вот телевизор играет большую роль. Что по телевизору сказали, тех и выберут. Или у вас другая позиция? Другая? Нет? Другая. Думаете, выберут не тех, которые телевизор агитируют за кого? У вас есть телевизионные станции? Ваших выберут, если у вас нет телевизионной станции? Или тех, у кого есть телевидение, радио и все? И вся эта пропаганда. Вы же согласились со мной, что идеология, общественное бытие определяет общественное сознание. Какие партии победят в буржуазном обществе? Ну, какие популярные? Популярные, которые популяризируют. Вас популяризируют? Нет.
значит, вы не победите. Потому что имя ваше никто, фамилии не узнает. Мои узнают только потому, что так их много, Поповых он у нас был. Председатель радио, там, их как собак нерезанных. А ваши не узнают, потому что менее она уже распространенная. Хотя тоже распространенная. Но это вы можете оставаться при своем, как говорится, при этом. Вот. Так, возвращаемся. Значит, все-таки надо стараться экономить время на негениальных и читать гениальные, исходя из того, что гениальные не успеешь прочитать. Ну вот если так брать по времени, там, Гегеля можно прочитать за 2 недели, я студент там, после 5-го курса прочитал за 2 недели на уголоке, все, можно. Чтобы его понять, надо снова читать, изучать, там, я вот всю жизнь его изучаю, но прочитать-то можно один раз. Конечно, я его не просматриваю, всего это уж точно бесполезно. Вот. «Капитал» я, например, на 2 тома я не затратил вообще ни одной минуты. Я учился на матмехе, как только звонок на политэкономию, я иду в библиотеку, открываю «Капитал», и начинаю читать. Звонок прозвенел, закончилось, все. Я так прочитал. Ну, читал я и на семинарских. А у нас такая женщина была строгая, вела семинарские занятия. Подходит, что вы там читаете? «Капитал». Претензий нет. Короче говоря, я 2 тома прочитал на занятиях в университете. 2 тома. Первый и второй. Осталось мне 3-й том, пришлось по воскресеньям дочитывать. Экономия, конечно, колоссальная. А Ленина я читал на партсобраниях. Никто не придирался. Сказать, а что вы там читаете на партсобраниях? Я говорю, Ленина читаю. А, ну извините. Ну хорошо. И в очередях. В очередях. Что же стоишь? Ну, там, возьмешь, там, конспектируешь потихонечку. И никакой такой проблемы нет. Вот вы сколько лет учитесь? Сейчас 4. А учились 5. 5 лет. Сколько недель в году? Недель. Сказать? Ну, 53 что-то так. Больше 50, да? Ну вот. А? 59. 59? Ну, хорошо. Ну, мы можем 10. На 7 поделить. На 7 поделить 365. 52 и 1/4. Ну вот. Ну, около 50 недель, побольше немножко, так? Сколько томов у Ленина? 55 томов полное собрано сочинений. Из них 45 томов статьи, книги и 10 томов переписка. Ну, переписку можно отложить немножко. Ничего такого страшного не будет. Это же не обязательно письма все читать. Но если даже вот все прочитать, нужно 1 год, чтобы прочитать. У нас сколько было историков, политологов, там, научных коммунистов. Ну, а Ленина не прочитали. А за год можно прочитать. Ну, если специально этим заниматься. То есть законспектировать 1 том, 550 страниц за неделю, прочитал, законспектировал. Ну как-то умудрялись так, вот учиться 5 лет, ничего не знаю. «Капитал» не прочитали, «Гегеля» не прочитали. И все ходят, вроде ходят, что-то учатся. Вот в этом смысле я хочу сказать, что это большая проблема, которую никто, кроме вас, лично разрешить не может. Потому что надо решить, вы будете все-таки... Но я могу заметить, что общение с гениальными людьми не проходит бесследно для того, кто с ними общается. Вы почему решили общаться только со живущими? Вот вы сейчас со мной общаетесь, да? А чего вам не пообщаться с титанами мыслей, которые раньше были? Они все равно они все, что хотели сказать, они сказали в своих произведениях, правильно? Вот вы как культуролог это понимаете. Поэтому зачем же вам ограничиваться вот только нынешним поколением, только преподавателей, которые... Преподаватели – это хорошо, но вы к ним также, в общем, можете относиться, только это вот эти пока еще живые, а те уже... Или хотя есть другое понятие, там, пожилые люди, которые люди, которые уже пожили. Так что их тоже можно посмотреть, их произведения. Там, вы можете со мной разговаривать, можете почитать. Разные есть подходы. Полистать и так далее. Вот, поэтому... Вот мы настраиваемся на вот такой подход, как у культурологов должен быть. Мы знаем, как книги изучают, как их воспринимают, что книги бывают разные, есть. А как узнать, какие вот хорошие, какие плохие? Это не узнаешь, пока вот не будешь считать, вот если с позиции гениальной литературы будешь это смотреть, тогда ты можешь определить, что плохое, что нет. А если ты будешь все время загорать под луной, так никогда и не загоришь. Но загар вообще будет какой-то теоретический.
И даже чуть-чуть практически. Но не сгоришь точно. Так, о чем начало? Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрения. Противоположность. В чем противоположность материалистического и идеалистического воззрения? Это уже вошло в общую культуру, поэтому я вас могу спросить без всякого чтения. В чем противоположность? В чем, так сказать, противоположность материалистического и идеалистического воззрения? Сопоставьте материализм и идеализм. В чем состоит материализм, а в чем состоит идеализм? Пожалуйста. Первичная материя, а сознание? А сознание? Материя первична, а что вторично? Сознание вторично, а при идеалистическом подходе? Наоборот, первично сознание, а да, вот не написано у Маркса, что это просто вот неправильно и все. Написано, что это противоположность. Вот можно логически опровергнуть идеализм? А? А как меня опровергнуть? Вот я встаю сейчас на идеалистическую позицию. Есть идея. Абсолютная идея. Она – это идея, и только она есть, больше ничего нет в мире. Кроме идеи ничего нет. И вот эта идея, раз ничего больше нет, она внутри себя противоречива и развивается, и доразвивалась до материи, и создала материю, идея. А дальше все, что вы знаете. А материя доразвивалась до человека и до вас. Вот, до Кукушкина и Екатерины. Так? И вот теперь они в вашем лице, а вы теперь изучаете материю. Так, то есть все, что есть в жизни, там, вспомните, и физические, и химические, и гуманитарные, так сказать, все проблемы изучаете. Вот вы все это изучаете и приходите к соответствию. Изучение в чем состоит? Чтобы познать. А познание в чем состоит? Найти истину, а истина – соответствие понятия объекту. Вот ваше понятие соответствует объекту, а объекта – это идея. И тогда, значит, ваша вот идея, ваша мысль, ваше познание приходит к идее той изначальной. Поскольку вы познаете материю, тем самым и идею. И тогда идея приходит к идее. И она пришла сама к себе. Это система идеалистической системы Гегеля, абсолютного идеализма Гегеля. Она очень стройная. И как вы собираетесь меня опровергнуть? Как вы будете опровергать? Сейчас вы будете про материю говорить, а я не против материи, только материя, она создана вот идеей. Вы говорите, я же познаю материю. Да, вы познаете материю, только познание материи – это и есть познание той идеи, которая создала эту материю. Вот и все. И как вы собираетесь логически опровергнуть? Кто-нибудь серьезный, люди какие-то говорили, философы, что можно опровергнуть идеализм? Вот даже тут уже говорят. Здесь мы в тезисах писали. Можно это в лоне, так сказать, теоретическом взять и опровергнуть? А? Да или нет? Нет. Правильно, нет. Ну, это так прямо говорится у Маркса, в тезисах о Фейербахе, что если вы там только на уровне рассматриваете теоретическом, без обращения к практике, а на практике все естествоиспытатели, в том числе верующие, они стихийные материалисты. Они хотят докопаться, что есть на самом деле, а не что там у Бога. А потом говорят, ну, с Божьей помощью мы нашли, что когда два заряда взаимодействуют, то действует закон Кулона. Кулон открыл. Я не помнил бы, если бы у нас там такую песню не пели на матмехе. Сила по Кулону кунаку. Сила по Кулону кунаку. Сила по Кулону кунаку. Деленный на квадрат R. Как? Вот. Вот я и запомнил закон Кулона. Это хорошо. Вот. Слава Божьей помощью я его запомнил. Ну, с помощью песенки еще. А на песенку меня вот Бог вдохновил. И все, пожалуйста, чем я не... И, скажем, вот мне приходилось заниматься, статью такую готовить, Эйлер о свободе духа. Математика была известна. Эйлер, он у нас жил, здесь творил. И является, в общем, российским математиком, хотя не российского происхождения.
Вот для нас Эйлер по этому поводу сказал, что Бог, он вовсе не требует, чтобы мы, так сказать, вот, чтобы он нам за нас это все решал и думал. Он нам предоставил возможность самим это решать. Он в это дело не вмешивается. А мы свободны. И вот мы должны, естественно, писатели, найти эти законы, исследовать. Он не отрицает, что есть Бог там, не говорит, что Бога нет. Нет, зачем это? Бог там есть, он нам не мешает. Он не вмешивается, мы тут свое дело делаем. Зачем загружать Бога тем, что должны делать ученые? И вот и все. И преспокойно. Ну, какая у него позиция? Это позиция стихийного материализма. То есть он на практике материалист, но если его спросят, Бог, я говорю, да, конечно, Бог там все. Вот меня Бог вдохновил. И я теперь вот это и это сделал. Такую теорему доказал, такую теорему доказал. А без него я бы и не мог. Ну что, должно меня вдохновлять? Так что, вот, то здесь говорится не так вот, бухнули бы, скажем, писали, неверность там, скажем, идеалистического мировоззрения. Нет, ну, противоположность материалистического и идеалистического воззрения. Вот одни говорят так, другие так. А вчера обратите внимание, что если пойти по распространенному в науке принципу, то можно начало и конец убрать. Там идея превращается в материю, потом ваше познание. Есть познание материи, а значит идея тоже конец убрать. Получится, материя развивается до человека, человек познает материю, материя приходит сама к самой себе. Тоже хорошо. Только тут что-то в идеализме длиннее получается, а так все остается. Все содержание, касающееся и человека, и человеческого познания, в том числе и природы, и общества, все создается. Поэтому эта система материалистическая, она просто рациональнее, чем это. Ну, рациональное это что такое? Это более короткое. Когда то же самое, но короче. Поэтому нет никакой нужды прибегать еще к услугам какой-то там идеи, которую никто не может поймать, отловить, доказать. И ни один естествоиспытатель не может, сам сказать, доказать. Достаточно стоять на материалистической позиции. Никак она ни в чем не помешает. И не будет хуже, чем вот идеалистическая позиция. Потому что материализм точно не хуже. А рационально, безусловно. А есть еще субъективный идеализм. Это что такое? Солипсизм. В чем состоит? Вы не можете встать на позицию солипсизма? Солипсизм – это субъективный идеализм означает. Вот он, это самая такая экзотическая позиция. Вот ее можно выбрать, и тогда вам будет легче. Вот представьте себе, что все, что вот вы сейчас видите, что все у вас как бы вот. Вы же все получаете через органы чувств, да? Ну так вы же не знаете, за это есть за этими органами чувств что-то или нет. Ну, все вы взяли, что есть. Вот то, что вам попадает в вам мозг от ваших органов чувств, то и есть. Поэтому весь мир, на который вы взираете, и в том числе и на меня, это лишь ваши ощущения. Одним словом, все, что вы видите, это вот как сон. Вот нет никакого меня, и доски нету, и стола нету, и никаких занятий нету. Вам все это снится. Поэтому все, что я вам буду говорить или угрожать, вам как-то это довольно безразлично, потому что нас нет, а есть только вы и ваши ощущения, и все. Ну как, вот я теперь, я услышал, что вы на такой позиции, и начинаю ее опровергать. Вы говорите, Михаил Васильевич, ну что вы там, просто вас же нет. Это вы у меня просто вот по ощущению, что вы как бы есть. Тем более я вас не так давно с вами познакомился, не далее, как сегодня. Поэтому не надо что-то тут нажимать, потому что вы просто мои ощущения. Вот органы чувств, так сказать, так вот это, представили такую картину. Ну может присниться вам страшный сон, что я у вас... Сейчас закончится все, а вы все равно на семинаре, и вас требуют там от Маркса и Энгельса, это вот все. Да, это еще требует того, что вы не прочитали. Да, это же страшный сон. Может такое присниться, кошмар. Ну, считайте, что это у вас кошмар продолжается. Как я опровергну это? Можно опровергнуть солипсизм? Логически. А как, да, что я вам не говорю, сказать, что вы, это ваш разговор тоже у меня только в моей голове. Все, что вот. Ну, если вы еще так колеблетесь, я-то не колеблюсь. Если я солипсист, нет у вас и юбки, никого тут нету, и ничего этого нет. Это все в моей голове. Все, что есть, то в моей голове. И что-то вы будете говорить, это опять в моей голове. Поэтому что там вы будете говорить, как вы будете опровергать, не имеет абсолютно никакого значения. То есть это вот наиболее последовательная позиция была развернута епископом Беркли, берклианство. Называется это солипсизм.
Широкого распространения это вроде бы и не имеет, но на практике, когда люди говорят, а я так думаю, я так считаю, это мое мнение, по мне так это вот так. Это что такое? Это человек отказывается от объективной социальной точки зрения, от познания, а вот по мне вот это хорошо. По мне. То есть он заменяет вот эту вот оценку объективную на свою субъективную. Или, если брать более широкий пример, хотя вот там субъективный идеализм на практике у нас распространен сплошь и рядом. Ну, например, в философии иногда выступают и говорят, вот пока эта вещь не наделена смыслом, ее и нет. Согласны? Вот такая есть точка зрения. Вещь есть только тогда, то есть тогда она имеет бытие, когда она наделена смыслом. Ну, вроде как бессмысленная вещь же вам не нужна. Вот только тогда она есть, когда она наделена смыслом. А как же наделить смыслом? И кто будет наделять смыслом, если ее нет? Тогда нечего и наделять, то есть это вот противоречиво, никак не получается. А вот есть такая точка зрения, широко распространенная. Дескать, вот представим себе, что весь мир – это тексты. Не слышали такое? Это вот если бы я долго сидел в библиотеке, очумел от того, что там долго сижу, мне показалось, что вообще все тексты. Ничего кроме текстов нет. Таких не слышали в выступлении на конференциях? Я слышал много раз. Или герменевтика, говорят, искусство понимания. То есть это то, что я понимаю, это мало. Надо еще искусство. Но искусство у нас есть факультет искусства, свободных наук и искусств. Так там надо это тогда изучать. А здесь у нас наука или искусство? Вот здесь. Наука. Наука здесь у нас. Поэтому мы не там тогда сидим. Ну, я вам и крупный пример приведу. В 2013 году оценивать условия труда работников, в том числе рабочих, стали по-новому. Вы знаете, что по-новому не обязательно лучше стало. А до этого оценивали так. Оценивается тяжесть труда, там, вредность труда, загазованность, запыленность. И все это меряется. Тяжесть в килограммах, может быть, в расчете на, так сказать, единицу веса тела. Для женщин один норматив, для мужчин другой норматив. Понятно, что женщины такой грузы не могут поднимать. И, скажем, температура, для этого есть градусник. Для загазованности есть соответствующий датчик, который показывает количество чуждых, так сказать, веществ в воздухе, в помещении. Запыленность тоже меряется. И все. Электромагнитные колебания, вибрации. Вот сидят женщины на этом самом, на бульдозере, на тракторе, трактористки. А через 10, 15, 20 лет появляется отвисание внутренности. Ничего не делает она, просто сидит, работает она. Поэтому это вот. А у тех, кто работает там, допустим, на сборке, которые пользуются вибрационными механизмами, вот как, с помощью которых ковёрты, там сворачивают гайки, эти шурупы, там, винты и так далее, через там 10-15 лет вот начинается боль в пальцах, вибрационная болезнь, так называемая. Как неустранимые потом, они будут наконец ныть эти самые пальцы, тогда, когда они не работают. Это объективная социальная точка зрения. Вот есть параметры. А в 2013 году наши дорогие товарищи, которые далеко находятся от этой теории познания, далеко решили, а зачем это вот это все? Что-то мерить там, взвешивать там. Давайте мы возьмем представителя работодателя, допустим. Я буду представителем работодателя, я больше подхожу. У меня галстук. Вот. Вас возьмем как работника. И возьмем еще вот из профсоюза кого-нибудь. Пойдем втроем. Я вот как работодатель, хоть у вас кругом пыль, жара, а я-то всего прихожу вам на 5 минут. Я говорю, нормально, по-моему. По-моему, нормальные условия труда. Ну, вы начинаете что-то говорить, дескать, ну как, вот нормальные, вот видите, как там жарко. Я говорю, ну, наоборот, это не холодно вам. Вот. Вы же не мерзнете. И так далее. Короче говоря, а представитель профсоюза у нас кому поддакивает чаще? Вот работодатель. Нас 2/3. Ну, что вы с нами спорите? 2/3. Ну, вы там можете свое особое мнение написать, что вам жарко. Это ваше. Я считаю, это субъективный у вас. А у нас объективный. Короче говоря, мы составили. Это называется теперь научно. Специальная оценка. Уже не просто научная, а государственная называется.
осуществлено. Специальная оценка условий труда. То есть чихали мы на эти градусники, на эти самые приборы, на всю эту измерительную аппаратуру. А вот мы сделали специальную оценку условий труда. До этого вы получали молоко в связи с вредными условиями труда. Вы получали пектины. Вы получали 6 дней к отпуску. Так? И на пенсию выходили на 10 лет раньше. После нашей специальной оценки, мы считаем, что вы тут отдыхаете вообще, на курорте находитесь на этом рабочем месте. Вот после специальной оценки все эти дополнительные блага, которые сохраняют ваше здоровье, они не вылечивают. Потому что задача состоит не в том, чтобы заболевших лечить, а в том, чтобы здоровые не заболевали. Согласны? Здравоохранение состоит в том, что вот вы здоровые, так чтобы вы и остались здоровы, а не в том, чтобы вы сначала заболели, а потом вам операцию будем делать. Вам надо эту операцию? Или лучше вы будете прогуливаться по сосновому лесу и дышать озоном? Вот исходя из этого, поскольку при специальной оценке решили, что вы там озоном дышите, и вообще это лучше, чем прогуливаться по сосновому лесу, все у вас отобрали, и вот так оценивается с 2013 года. Причем впервые за все, вот я работаю в университете, мне это 43 года примерно, впервые в этом году вдруг нас вызвали и сказали явиться и подписать вот эту вот специальную оценку условий труда. Ну, у нас условия труда, как вы понимаете, они близки к этим казонным лесам. Ну, какие у нас условия труда? Я тут не упаду, руку мне не оторвет, волосы не замотает в штанок. Так, вам косынку можно не одевать здесь, когда вы сидите, правильно? А если вы вот около станков будете ходить, раз, и сорвало скальп, и человек погиб моментально. И смертных случаев у нас тысячи, десятки тысяч каждый год. Поэтому, ну вот я подписал, что я согласен, что у нас все хорошо. А у нас на самом деле все хорошо. Но вот что там происходит на заводах, в шахтах особенно, в шахтах что происходит? Там тоже подписывают, и сейчас по всем вот сигналы идут о том, что везде, там, где было написано особо вредные условия, просто вредные, там, где вредные, нормальные и так далее. Это что такое? Это вот и есть субъективная оценка. А мне кажется, что вам хорошо, вам плохо, а я считаю, что вам... Это как бы у меня солипсизм. Не важно, чтобы там разговаривать, важно, что вот я вот свою позицию сформулировал. На нас двое, два субъективиста собрались, и ваш этот субъективный взгляд ничего не стоит. Или, у Гегеля это называется, мы что будем делать? Поднимать мнение до знания? Или знание будем выпускать до мнения? Вы что хотите, добыть знание или мнение? Мнение я вам по любому вопросу. Вас какой вопрос интересует? По любому вопросу у меня есть мнение. По химии, пожалуйста, кислород соединить с водородом, будет сера. У меня такое мнение. Вы не согласны с этим мнением? У вас другая точка зрения. И все. Что вам, по астрономии, я даже изучал астрономию один семестр. Ну, я плохо изучал, зачет сдавали. Я думаю, что до Луны километров 50, я еще не ходил. Может, вместе когда-нибудь пойдем. 50 километров мы за двое суток пройдем. Ну, некоторые считают, что там 300 тысяч километров. Но мне эта точка зрения не нравится. Во-первых, это долго. И то есть, вот таким образом можно... всю эту самую весь вопрос о познании скомкать, выбросить, и останется один вот такой субъективизм. Это распространено у нас в науке, крайне распространено. И в науке, и в отношениях между людьми, потому что люди говорят, а у меня такое мнение, а если еще и особое у меня мнение? Вам мое особое мнение нужно или знание? Вы сейчас зачем, за знаниями пришли и за мнениями в университет? За знаниями пришли, ну вот. Нет, чтобы я думал, вы пришли послушать мое особое мнение. А знания вам вообще не надо. Оказывается, вам надо знания. Ну вот, а я хотел вам под свое особое мнение изложить. У меня и по всем вопросам есть особое мнение. Вот, вы же понимаете, что это то, что сначала, если это, так сказать, не оцениваешь вот, с позиции более высоких, философских, это кажется просто ну, некоторыми недостатками, там, обывательщиной. Но на самом деле это субъективный идеализм. То есть он в таком рафинированном виде, когда я действительно считаю, что вы только мое ощущение, он не присутствует. Но вот в таких формах он присутствует сплошь и рядом. Так что это не потерянная, так сказать, философская концепция, это философская концепция работающая, но работающая на уничтожение. Поэтому ее никто, так сказать, впрямую не отстаивает в чистом виде. Объективный идеализм – это можно отстаивать впрямую. Попробуйте вы тут. Тем более такие авторитеты есть, как Гегель, так сказать, объективный идеал. Он диалектику разработал.
Тем более, вот, например, про Гегеля Ленин говорил, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Хорошая же мысль, правильно? А не то. Что, разве только материалисты что-нибудь делали хорошее? Они сменяли друг друга. Платон, там, Демокрит, Аристотель, Сократ. То одни материалисты, другие идеалисты. А в итоге мы имеем вот такое довольно стройное современное знание. Но это не так, чтобы можно было отнести все к материализму или все к идеализму. Да? В итоге что-то мы получили. Скажем, Маркс, Энгельс, они же тоже идеалисты были вначале. Поэтому кто идеалист, может их полюбить только за то, что они были идеалистами. А вот то, что они предали идеализм и из младых гегельянцев превратились, перевернулись и стали говорить, что они Гегеля перевернули, а на самом деле сами перевернулись. Они же были идеалистами, стали материалистами. Это же переворот, произведенный не только Дюрингом, но и произведенный Марксом Энгельсом. Переворот. Так, вот такие соображения тут приходят нам на ум, когда мы говорим о противоположности материалистического и идеалистического воззрения. Идем дальше. Вот он говорится, что после Штрауса, философа немецкого, начался процесс разложения гегелевской системы. Вернее, он даже превратился во всемирное брожение, охватившее все силы прошлого. Ну вот сейчас это странно считать. Разложение гегельской системы, потому что, скажем, в гегельской системе есть классические, так сказать, такие вещи, которые, естественно, остались навсегда. Например, система диалектики Гегеля, она подлежит и идеалистической трактовке, и материалистической. Вы науку логики не читали? Как вы думаете, какая самая первая категория науки логики в идеалистической системе Гегеля? Можно я скажу? Бытие. Вот Ленин конспект делает, наука называется, звучит весьма материалистически. То есть, вроде сам он идеалист, но движение категорий логических, оно зависит от того, как я истолкую это, идеалистически или материалистически. Не зависит. Можно истолковать так, можно так. Вот есть такое завещание у Ленина, философское. Вышел первый номер после революции. Социалистической журнала под знаменем марксизма. Журнал, который должен, так сказать, продвигать философские знания под знаменем марксизма. И вот Ленин написал предисловие к этому журналу. В этом предисловии, предисловие надо читать, полезно читать. В предисловии написано, что вот мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. Мы изучать диалектику Гегеля и ее материалистически истолковывать на примере всей истории природы, о науки и техники, и общества в том числе. То есть материалистическое истолкование. Не вот так вот отбросить и сказать, а, это идеализм, раз, долой. Нет. Точно так же, как мы к религии относимся. Религия была же, так сказать, вот таким духовным скрипом в свое время, когда других, в общем, науки-то и не было такой развитой, такой степени, что можно было стоять на научной точке зрения. Ну, это же мировоззрение. Довольно цельное там. Или это материалистически надо все объяснять, что не так-то просто. Либо так вот устроен мир. А кто устроил мир? Ну, есть человек, который там устроил мир очень хорошо. Так, поэтому, когда началось разложение гегелевской системы, выяснилось, что вот сам по себе объективный идеализм, он подвергается критике. А что касается диалектики, все люди, которые просто налетают на диалектику гегелевскую, это люди, которые ее не изучают. Поэтому им нечего опровергать, потому что они этого не владеют, они этого не знают. А раз они этого не знают, они не понимают, что там не надо переворачивать категории, нужно понимать, что они значат. Вы видели, чтобы... Вы можете найти, чтобы Маркс или... Вот сейчас вы будете читать и обратите внимание. Гегель, конечно, идеалист. Но здесь вы критики Гегеля не найдете. Вы найдете, что да, вот идеализм. Все. Все сказано этим. Больше ничего там. А что у Гегеля вы будете критиковать? По содержанию, по движению категорий? Не будет критиковать Маркс и Энгельс. И не критикует. А вот эпигонов разных, которые, так сказать, стоят на этой идеалистической точке зрения, а диалектика не владеет, вот они критикуют. Вот, поэтому разложение гегелевской системы это относится к системе идеализма, а к диалектике не относится, она, так сказать, навсегда вошла в сокровищницу
мировой науки и культуры. И это надо иметь в виду. Например, какие вы знаете два вида мышления, Екатерина? Или вы много знаете мышления? Сейчас много уже есть видов мышления. Говорят, экономическое мышление, экологическое мышление, научно-техническое мышление. Еще не говорят, правда, это самое сельскохозяйственное мышление. Не говорят. То есть мышление должно делиться по тому, о чем мыслят, или по тому, как. По тому, как. А мы наблюдаем, что начинают делить по предмету. Дескать, вот у математиков математическое мышление, у физиков физическое, химиков химическое, да? А уже вот животноводческое, что ли, мышление? Ну, что это ерунда? То есть мышление, а у Михаила Сергеевича какое было мышление? Новое мышление для нашей страны, для всего мира. Он, который не написал ни одной статьи, вдруг летом с помощью своих помощников написал книгу «Новое мышление для нашей страны, для всего мира». До этого знали только формальное логическое мышление и диалектическое. А после Михаила Сергеевича еще новое. Третий, новый, Гегель номер два. Аристотель был, а мышление всего два. Аристотель разработал формально-логическое мышление, систематически. Если вы возьмете книгу Аристотеля, она очень трудная. Очень трудная. Я не знаю, что труднее, Гегель или Аристотель. Еще у Гегеля более, так сказать, живое изложение. А уж Аристотель, там есть формальные фигуры, умозаключения и суждения, которые тоже занимаются ими в третьем томе «Науки и логики» Гегеля. Но вот, а там у Аристотеля это главное. И это очень все систематизировано. Очень строго. Но есть простое решение. Не считайте ни Аристотеля, ни Гегеля. Но формально-логическое мышление, оно вместе с математикой прививается всем. С математикой. Или, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, математику затем изучать надо, что на ум в порядок приводит. И от этого, от приведения ума в порядок, еще никто не умер. А вот что касается диалектики, то она предполагает снятие одного ограничения. Значит, математика или там формальная логика говорит, или А, или не А, третье не дано. А диалектика говорит, и А, и не А. Обязательно про все надо сказать и одно, и прямо противоположное. Вот про вас я не буду говорить, про себя. Как вы считаете, у меня есть недостатки? Только честно. Да. Да, вот видите, вы меня даже не знаете, а уже сразу говорите, что у меня есть недостатки. А почему? Потому что вы знаете некое всеобщее диалектическое положение, что людей, кроме Богородицы, без недостатков нет. Правильно? И тот, кто сейчас нам будет доказывать, что нет недостатков, это жулик, лгун и мошенник. Вот. Поэтому вы считаете меня порядочным человеком, поэтому и не объявляете меня без недостатков. Так, по крайней мере, так. Свистью виду, по крайней мере, не вижу. Следовательно. А что такое недостаток? Это же, если это ваш недостаток, то это ваше отрицание или ваше утверждение? Отрицание. Отрицание. Вот слово «не» стоит впереди. «Не». Нет, это же отрицание. Это отрицание во мне или в вас, если это ваш недостаток? Mm-hmm. То есть у вас есть ваше же и отрицание. И вот вы с этим своим отрицанием сами. Ну, или с Божьей помощью, или с помощью общества, которое, если сущность ваша общественная, боретесь. Правильно я понимаю? Это не значит, что оно пропадет. Но бороться можно с недостатками своими? Можно. А можно себе поставить задачу, чтобы у меня вообще не было никаких недостатков? Я думаю, это такая вот задача, которую не надо ставить такие задачи, которые никогда не выполнишь. Правда? Она красиво звучит, но невыполнима. А вот бороться с недостатками можно. Точно так же, как, скажем, если есть государственное управление, есть люди особые, которые над обществом стоят чиновники, и у них поэтому свои особые интересы. А раз у них есть свои особые интересы, вы можете исключить, чтобы они не ваши интересы защищали, а свои собственные? Ну, я попал в государственное управление. И буду там 6 лет. Надо подумать, чтобы я когда оттуда уйду, что я ушел не с пустыми руками. Нет ли такой логики? Есть. Более того. Вот если я принципиальный человек. Сейчас у нас принцип какой? Все для общества или все для личности? Личность. Какой главный принцип? Раньше был, вот в советское время был социалистическое, приоритет общественных интересов. Сейчас личность.
А сейчас превращают в личных. Даже на конверте пишут. Иванову. Потом улицу. Дом, улицу. Город, страну. И эти бедные почтовые работники читают, берут этот конверт. И вот они так вот. Потому что все равно им нужно сначала отправить в город, потом найти по этому индексу, там, где это, в какое почтовое отделение. А в почтовое отделение там они разберутся, Иванова принесут на улицу. Но никто Иванова не понесет вот сразу. Поэтому это вот написано для подчеркивания того, что сейчас главное личность. И вот я чиновник. Я принципиальный чиновник. Я, вот, и вот это вы так непоследовательно, то ли в интересах общества, то ли в интересах личных. Если уж провозгласили интерес личных интересов, то я уж строго буду пользоваться личными вот этим принципом и буду выдерживать приоритет личных интересов. Я не прав? И вот я, значит, пока там сижу, все решил свои дела. Ну, потом уже, когда я их решил, могу и уйти. Вот, чтобы меня уже не посадили, потому что за некоторыми пределами можно и сесть куда-нибудь, хоть и в нашем обществе, где и приоритет личных интересов. Но не надо, надо знать меру во всем. А я диалектику изучал. Ну, меру надо, чтобы лезть, и будешь жить хорошо, и не будешь сидеть. И все, ушел. Потом другой пришел, потом третий пришел. Потом спрашивает, а что ничего не получается у вас? А кто это будет делать? Вот милиционер. Известна такая даже притча, как начальник вызывает молодого милиционера, который, ну или полицейского теперь, который проработал 3 месяца, и говорит, слушай, Иванов, ты почему 3 месяца не приходишь за зарплатой? Тот говорит, так мне выдали пистолет, и я думал, что я сам как-то должен крутиться. А как они крутятся? Очень просто. Вот в нашем районе есть 100 микрорайоне, где я обслуживаюсь, 100 гастарбайтеров, а я участковый. Так, вот тут гастарбайтер. Так, ну что, 1000 рублей дашь или надо это? Бить, если будем, то почеки это можно отбить. Так, 1000 рублей. Ну, я думаю, не проблема сдать, правда? Так, а там вот еще, отнесите 1000 рублей. И этот, значит, 100 человек. Сколько будет у меня зарплата? 100 тысяч. А то, что я получать буду, это я про него и забуду еще, что я должен получить от этого начальника вызывать. И это вот то, что я вам рассказываю, к сожалению, это не преувеличение. К сожалению. И это вот ведет к этому. Причем вроде как все это в соответствии с принципом. Ну, если бы для государства все стараются, ну тогда для общества, тогда, конечно. Ну а так вот провозгласили же, что для личных. Я личные интересы, и личные свои интересы удовлетворяю. Я принципиальный человек. Вы ничего против меня не можете сказать. И поэтому, скажем, бюрократизм, коррупция, как же вы ее устранить собираетесь, когда есть такое стремление реализовать свои собственные интересы? А оно связано с разделением, отделением чиновников. А на самом деле такая проблема решается только через всеобщее участие в управлении, когда не будет государства. Если государство будет, то в этом самом замечательном, раз замечательном гражданском обществе будет коррупция, и будет карьеризм, и будет бюрократизм, и ведомственность, и местничество, и так далее. Так, ну вот. Возвращаемся к нашим баранам. Ну вот очень по поводу своего движения, к которому они, Младогегельянского, к которому принадлежали, Мартынец, они от этого освобождаются, Мартынец, и очень резко вот формулируют. Смотрите, пишут. Для того, чтобы оценить по достоинству все это философское шарлатанство, которое даже вызывает в груди почтенного немецкого бюргера столь приятные для него национальные чувства, чтобы наглядно показать мелочность, провинциальную ограниченность всего этого младогегельянского движения, они увидели и мелочность, и ограниченность этого младогегельянского движения, причем под влиянием кого? Фейербаха. А вот почему они критикуют Фейербаха? Они там объясняют вначале, потому что это единственный, самый порядочный человек из всей компании. Вот с ним-то и надо посчитаться. А это вся публика несерьезная. Поэтому мы, говорит, будем заниматься критикой Фейербаха. Вот. Вот. Потому что он из всех вот этих философов, он действительно
с которыми мы имеем дело на данный момент, наиболее глубокий, и поэтому его критика, она тоже позитивная. Они не говорят, что надо отбросить фейербаховский взгляд, надо его усовершенствовать. Нельзя сводить только созерцательности, надо пойти вперед и к такой преобразующей человеческой деятельности. И вот, Екатерина, мы добрались почти до того, с чего вы начали. А вы прямо начали. С идеологией вообще немецкой особенности. А вы вот читали, тут есть сносочка такая. Сейчас я ее зачитаю. Очень важная. Очень важная, фундаментальная. Буква большая. Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон. Ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны. До тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга. История природы, так называемое естествознание, нас здесь не касается. История же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от нее. Сама идеология есть только одна из сторон этой истории. Чтобы мы вот эту идеологию взяли, не в отрыве от всей истории, а вот вы согласны с тем, что мы знаем только одну, единственную науку, одну историю? То есть они только знают, они не знают эти марксизмы. Что, плохие ученики? Как вы думаете, что это значит, что мы знаем только одну науку? Вы согласны с тем, что есть только одна наука, наука истории? Ну, они имеют в виду в том плане, что из истории мы берем какие-то уроки и потом преобразовываем. Нет, они не это имеют в виду. Они имеют в виду, что история... Что такое история, вот как вы понимаете? Давайте мы разберемся, что такое история, тогда мы поймем, вот, что они это говорят. Как вы понимаете, что такое история? Вы же должны знать, что такое история, правда? Ну и что такое история? События, которые с нами. А? События, которые с нами происходили. История – это событие. Нет, история – это не событие. Это наука историческая – это что такое? Наука о чем? Наука о событиях? Нет. Было. Вот если она было, запишу, это будет наука. Что-то где тут наука-то? Нет. А тут как это? Науки вообще никакой нет. Вот вы будете, когда постареете, будете мемуары писать. Я делала то, ходила туда, встречалась с тем. Ну вот если у вас будут какие-то большие научные достижения и практические, то вот ваши мемуары, будущие мемуары, записью того, что вы делали, будут представлять ценность, правильно? И наоборот, если вы, так сказать, не крупные вещи не будете там изучать и брать, и исследовать, то это тоже не будет представляться. То есть вообще, если история состоит в этом, просто в регистрации того, что произошло, это что, регистратор такой? Знаете, есть видеорегистратор, реально. Это что, вот эта историческая такая штучка, которая вешает на стекло, и даже в аварию попадает, она, значит, регистрирует, как она, голова отлетела, ноги полетели в разные стороны. Им-то все равно. Это же машина. Видеозапись ведется? Ведется. Потом это берут, как черные ящики у самолетов, так видеорегистратор у этих машин. Иногда бандитов записывают, которые убивают владельцев автомобиля, потому что на видеорегистраторе это все отражается. Вы хотите сказать, что историк – это как вот видеорегистратор, только видеорегистратор сплошняком это все отражает, а у вас все с дырками будет. Вы же понимаете, там все полностью не установишь. Почему именно так произошло, а не иначе. А, то есть мы еще не просто, а познаем причины тех событий, которые были в прошлом. Ну, что, можно сказать, что это наука о прошлом? Да. Наука о прошлом. Вот вы приходите, закончили, допустим, вуз, вас спрашивают, что вы знаете? Я знаю, что было. А в науке о будущем нету? Что наука о будущем, потому что на основе того, что было раньше, мы анализируем и предсказываем, что потом будет. Вот. Значит, нельзя говорить, что это наука только о прошлом, потому что там есть уроки. Поэтому вот я бы такую формулировку дал. Я проверял на историках, они очень хорошо его воспринимают. Когда они начинают мне рассказывать, что история
изучают то, что было. Я говорю, вот вы закончите, это вас-то вроде как не касается формально, вы, скажем, культурологи, хотя вот Маркс с Энгельсом, они вас формально тоже в истории записывают. Потому что и культурологи здесь сидят. Ну, мы изучаем, что такое история? Движение человечества, да? А движение человечества, оно в отрыве от природы идет? И уж не в отрыве от общества. И вы всесторонне хотите изучить движение человечества или только отдельные аспекты? Вот только культура. Но кормить их не надо, этих артистов. Или только образование. Но этих не надо кормить, которые там сидят в сфере образования. Судя по той стипендии, которая сейчас есть, они вообще больше недели не должны прожить. И это просто, с точки зрения студентов, это просто наглость, что они после, так сказать, периода, недельного периода продолжают жить, хотя им выдали стипендию ровно на одну неделю. А они опять продолжают. И никак не избавиться от этих студентов. Ну, о чем еще руководство? Дворкович говорит, не надо вообще стипендию давать. То есть он, ну, видимо, это вот совсем уж не давать не прошло. А прошло только вот давать будем вот столько. То есть вот, значит, что такое история? История – это весь процесс. Мы даже вот про вас говорили, что вы надо посмотреть, как на вас влияет не только люди, и природа. Солнце светит вам, что хуже, это сразу настроение другое, правильно? То есть человек, если вы его исследуете, вы не только само по себе должны брать, и человечество, но и взаимодействие с природой. А экологи выхватывают это, они ничего больше не интересуют. Как вот с природой? Давайте закроем все заводы. Лишь бы вот природа была, так и все здорово, конечно, но ведь мы попадем в первобытное общество снова, если мы закроем все заводы. Ну, а вот бороться с нарушением экологии можно и нужно. Тут поставьте пылеуловители, так, измените технологию. Почему у вас такая технология, связанная с тем, что вы просто дым выпускаете в атмосферу? Или, скажем, вот трамваи убирают. Нам доказывали, что самый экологически чистый транспорт. Что? Трамвай и троллейбус. Так? Причем трамвай еще более чистый, чем троллейбус. И что мы видели вот в последнее время? Вот. Посмотрите там, с Васильевского острова. Шестерка там шла, сороковой. Там. Все это убирается. Причем быстро убирается. Скорее, чтобы не могли восстановить. И сразу убирается контактная сеть. На Литейном не ходит трамвай. Давайте мы будем везде. Эти самые ездят маршрутки. Если вы отъедете на 30 километров от Ленинграда, вы увидите синее небо, солнце, а здесь вы видите всегда что? Белесое такое небо. Мы же живем тут в смоге. На экономическом факультете была защита дипломной работы, там девушка защищала, перечисляла, что у нас вот в горле, там на горле, какие вещества, СО2, СО3, СО4, чего там только нет, потому что... Понятно. А выхлоп – это свинец, между прочим. А свинец – это отрава, между прочим. Вот. И поэтому давайте еще. Чем больше машин, тем больше отравляются люди и так далее. А трамвай-то зачем бы брали? Ну, были машины, так, легковые, были трамваи. Трамваем был приоритет. Не было такой толкучки. При такой толкучке, вы знаете, что при всяком торможении, так сказать, начале движения больше выделяется вредных веществ. То есть тут нет, так сказать, рационального подхода к этому делу. Что же это за движение? Хорошо, ну делайте электромобили, но у нас их совсем не делают. Почему не делают электромобили? Ну пусть ночью заряжаются, они ночью не ездят никуда. Ну кто ночью не ездит, и днем, и пускай катается, и нас не заражает. Нет. Нет, потому что это решается так. Вот я произвожу машины, мне выгодно их продать. Все. А что вы там с вами будет? Ну, я-то уеду на острова. Продам свои машины, уеду на острова. А что с вами будет? Это ваши. Хотите тоже поезжать на острова, если у вас есть достаточно денег? Так. То есть вот эта мысль очень важная, что мы знаем только одну, единственную науку, науку истории. Потом дальше идет деление этой науки. История уже как естествознание, история как обществознание. А обществознание делится на философию, культурологию, политологию и так далее. И так далее. Хотя культурология входит в философию, поскольку она есть прикладная философия, но приложенная к изучению сферы культуры. Вот это очень важно осознать, что такое единство всех наук. Единство всех наук. А история – это не наука о прошлом, а наука о современности, которая является продуктом предшествующего развития человечества. Правильно? Вот современность. Скажем, культурологи больше всего
ближе всего в этом смысле уже к самой исторической науке, потому что они берут спрессованный человеческий опыт, уже подытоженный. Культура, есть накопленный человеческий опыт, материальный и духовный. Поэтому этот опыт вот истории дает. Поэтому больших историков, чем культурологи, вообще и найти нельзя. Они делают то, чего не понимают некоторые историки, которые вот изучают было. А что было? Был такой царь, был такой. А какой вывод-то для современности? А если мы не доводим до современности, мы уже не культурологи, а плохие историки. Тогда вот что получается. То есть это вот одно небольшое замечание, ну как бывает у людей умных там, или гениальных, одно небольшое замечание стоит, может, многих-многих страниц. Потому что это переворачивает наше представление о взаимодействии наук или об ущербности, которая означает однобок изучение. Почему Маркс и Энгельс изучали вот разные науки? А вот просто они были такие, знаете, как бывает, эти полиглоты очень много языков изучают, и они там все изучали. Да потому что нельзя вот человеческое общество изучать, говорит, я вот только культуру буду изучать, без производства. Пусть производство умрет, а культура останется. А потом говорит, а почему маленькая зарплата? Да откуда зарплата? Нету производства, закрыли. Кировский завод был 35 тысяч, стал 7. Светлана была 40 тысяч. В основном женщины. Электронное приборостроение. Темпы роста 12% в год производства. Сейчас 3,5 тысячи. 3,5 тысячи, а было 40 тысяч. Где они, эти женщины, которые работали на Светлане? Ну, откуда может взяться зарплата? Зарплата, это же материальные продукты. Откуда они? Где материальные продукты? Говорят, ну ничего, информационное общество. Сейчас я вам информацию дам о колбасе. А уж колбасы вам не достанется, но ничего, сразу информация будет очень ценная. И так далее. Вот, так что вот эта мысль тут очень важная, а ведь там весь пафос и настроение такое, что нельзя отрывать вот эту идеологию, да, и сферу сознания от сферы общественного бытия и общественных отношений, и от практики человеческой, и от активной, и субъективной деятельности. То есть, вот если там они говорят, что раньше этот вот субъективный такой подход развивал идеализм, надо не выбросить это, переходя к материализму, а надо, чтобы и материализм тоже изучал активную, субъективную, практическую деятельность индивидов. Что если я, дескать, изучаю историю, то мне не важно, что там думает это Кукушкина. Меня не интересует, у меня тут всемирные исторические задачи, мне не до Кукушкина. Но если это материализм такой, который является диалектическим, то это складывается-то история человечества, складывается из единиц. Человечество бесконечно и вечно. А если вы принадлежите к человечеству, значит, вы тоже вечны, как элемент человечества, правильно? Вот это вот приятно ощущать, что мы с вами вечны. И чем больше сделаете, тем больше останется как? Тем больше останется на изучение следующим культурологом. Так, ну вот теперь я уже не знаю, что сказать, чтобы представить вам слово. Теперь точно вы все это да и все дочитали. И, пожалуйста, вам слово. Вот по идеологии вообще и немецкой в особенности. Что вы хотите тут нам преподать? Пожалуйста. Ну, в самом начале он опять же говорит, что немецкая философия очень много обращала внимание на религию. И на человека вообще, а не А индивидуальный человек не включает в себя всеобщее? Не включается. Ведь сущность человека в чем? То есть он требует изучать, а не требует изучать живого человека. А живой человек, он сущностью. А вот если от сущности его оторвать, от общественной жизни, от общественных отношений, вот и будет эта абстракция человека. Дело не в том, что вот вы говорите индивидуального человека, но именно как человека. А человек по сущности своей имеет сущность человека в общественных отношениях, в которых он находится. Правильно? Да. Идем дальше. Что у них мысли, понятия и продукты сознания
читаем сапоны людей, которые стали мечтать самостоятельно. Ну, как я понимаю, здесь тоже говорится о том, что они лишь мечтали, они приводили свои мысли в практику в жизнь. Кто? Молодых итальянцев. А? Ну, где они проводили практику? В какую практику? В какую практику они уже не проводили, да? Не проводили, то есть. А нужно именно их мысли проводить. Это вот мало ли какие мысли придут кому. То есть надо решить, что нужно проводить. Вот если, как мне вот поставить задачу при отношении к вам? Я должен ваши мысли проводить или я должен содействовать осуществлению ваших интересов? Как вот вы думаете, лучше будет поставить задачу? А интерес – это то, что вам выгодно. Такая характеристика вашего положения, которая показывает, что вам выгодно. Я не спрашиваю, что вы хотите. Я должен сделать так, чтобы вы делали то, что вам выгодно. Может быть, вы еще и не все понимаете. Или, может, я еще не все понимаю, что вам выгодно. Но задача правильно будет поставлена. То есть, что содействует вашему развитию, как культуролога. В чем задача преподавателя, моя как преподавателя? Не выдумывать что-нибудь. Вот я сейчас придумаю, чем вы будете заниматься. Кто у нас тут главная фигура? Вы или я? А? Здрасте. Представьте себе, университет создали для преподавателей. Ну, докур он уже насмех. Чего вы говорите-то? Ветерина, ну зачем? Для преподавателей создали. Потому что их нечем занять, говорит, их много уже развелось, эти как собак нерезанных профессоров и доцентов. Надо создать университет. Ну, смысл-то университета в обучении студентов. Вы тут главный элемент, а мы кто такие? А мы вам помогаем. Вы учитесь или я учусь? Вот сейчас вы учитесь сегодня или я? Ну я-то сейчас не учусь. То есть я тоже немножко учусь, потому что всякое преподавание, оно предполагает и обучение того, кто преподает. Я вот учусь вам преподавать. Я раньше вам не умел преподавать, я сейчас стараюсь научиться. Потому что преподавать надо не применительно к, там, к бревну, а применительно к конкретному человеку. Мы же с вами все время беседуем. И, так сказать, нынешние условия и обстоятельства, поскольку у нас вот сейчас не 30 человек сидит и не 300, мы можем с вами, хотя вот я вот завтра буду преподавать в лектории, там будет полная лектория. Там уже этого разговора не получится. То есть сейчас, вот, скажем, я должен приспособиться к вашим интересам, но с какой целью? Чтобы вы, так сказать, чтобы вы развивались, правильно? А вдруг, а я не хочу развиваться, а это нас не волнует, что вы не хотите. У нас государственный университет, у нас задача, чтобы вы развивались. Если даже у вас нет такой задачи, то мы стремимся, чтобы у нас у вас стала такой задачей, чтобы вы сами... Я почему вас агитирую, чтобы вы гениальнее читали? Ну, чтобы вы быстрее развивались. Это же в ваших интересах. В ваших интересах. А представьте себе, что вы пришли сюда, мои интересы удовлетворять? Ну, это, извините, довольно странная эта задача такая, очень странная. Совершенно непонятно. Вот. То есть наша задача в этом смысле вспомогательная. Другое дело, что вы в этой помощи нуждаетесь в какой-то период. Раньше 5 лет, теперь решили, что и хватит вам 4 года. Вот 4 года пусть летят куда хотят. Бакалавры. Вот они на этих лаврах и полетели. Вот. Хотя я не думаю, что это был лучше, чем специалист. Но если обойдетесь без спецкурсов, без особых там занятий, без дипломной такой работы, которую полгода вы делаете под руководством научного руководителя. Вот мы бы описали бы диплом народа, вы целые полгода с вами бы работали. Ну, а сейчас это, летите, голуби, летите. Ну, уж мы можем, так сказать, сейчас действовать только в тех условиях, которые есть. То есть человек действует вот в соответствии с тем, что ему выгодно, а не в соответствии с тем, что я свои мысли провожу. Поэтому вот этот тезис, что молодые гельгианцы бы в практику проводили, а что они будут проводить в практику? У них никаких, у них мысли разрушительные по отношению к гегелевской системе. Их нужно разрушить, обрушить. Вот не читали там, вот я цитировал уже, что вот это до основания это все разрушить и все. Кстати, вот обратите внимание, иногда гимн поют интернационал с разными вариантами, есть разные переводы. Перевод был такой: весь мир насилие мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Но если вы новый мир строите, это вы тебя переделаете там в Таврическом дворце, не Потемкин будет там фаворита Екатерины, а будет там, как бы сказать, вот был университет марксизм-ленинизм, или там первый конгресс Коминтерна проходил. Сейчас там ассамблея стран СНГ,
То есть каждый раз, так сказать, какие-то преобразования делаются. Но это будет. Если мы придем, и сейчас первое, что делаем, сейчас взорвем Таврический дворец. Потому что это мир насилия. Ну это мир насилия, ну это мир. Насилие в нем есть. Ну так вы боритесь с насилием, а вы с миром начинаете бороться. Вы что делаете-то? Так вот, а что поют? Весь мир насилия мы разрушим. До основания. А те считают, что они революционеры. Революция – созидательная идея или это разрушительная идея? Революция. Почему же разрушительность? Революция состоит в переходе к более высокому общественному строю. Чего ж тут разрушительного? То есть то, что переход к общественному строю может вызывать сопротивление и борьбу с теми, кто сопротивляется. Вот была Великая Французская революция буржуазная. Созидательная она или нет? Она освободила народ от феодализма, от феодальной зависимости, от пут крепостнических. Освободила. Народ с восторгом воспринимал эту французскую буржуазную революцию. Так Марсельезу пели, Бастилию, так сказать, открыли и выпустили там тех, кто там томился и так далее. И до сих пор отмечают этот праздник, и по-прежнему Марсельезу поют. У нас называется, у нас в честь этих героев буржуазной революции есть какие-то у нас улицы, площади, набережные? Да. Как называется? Какие вы знаете? У нас улицы или площади в честь буржуазных революционеров. Их уже многие обратно. Да, многие поменяли, но некоторые не поменяли. Улицу Марата не знаете? Марат-то кто? Французский буржуазный революционер. Так, а набережная Робеспьера вам знакома? Вот ее меняют. Вот наш новый губернатор ее решил переименовать ведь в эту Воскресенскую. Там, потому что церковь была Воскресенская. На церкви. Мы не против церкви, но нельзя же забывать вообще. Между прочим, он же государственный человек, а государство. Вот буржуазная революция отделила школу от церкви, а церковь от государства. Ну, это вы государство. Почему вы должны убирать этого самого Робеспьера? Чем он вам не понравился? Мы сейчас у нас буржуазный строй. Сейчас Россия буржуазная. Есть капиталисты, есть рабочие. Есть буржуазные революционеры. Они, у нас сейчас не феодализм. Чего вы убираете-то? Ну вы там, я понимаю, там коммунистических лидеров вы убираете. Нет, Ленин стоит у финляндского зала. А Робеспьера мы уберем. Ну это какая-то ерунда. Вон взрывали это пальто у Ленина. Так 7 миллионов вылил город и починили пальто. У Смольного стоит памятник. Охраняют его, даже вы не подойдете. Я подойду, у меня пропуск есть Смольный. А вас и не пустят, а то вдруг вы что-нибудь там подложите, и там, да, памятник высокого художественного. Подскоку скажут. Ну скажите, я культуролог, скажет, не знаем мы ваша культуролога. Вы говорите культуролог, а потом что-нибудь краской будете мазать или еще что-нибудь. Знаем мы, что бывает. Вот люди на Украине, они же бескультурные там, когда памятники уничтожают. Памятник кому? У каждого памятника должна быть табличка. Это памятник основателю Незалежной Украины. Ее же только при Ленине она появилась. Впервые независимая Украина. Впервые в истории. И они должны вот ходить там это и скакать вокруг Ленина все. Потому что именно вот он сделал. Он присоединил туда Одессу, Харьков, это же самый Мариуполь. Присоединил туда Донецк, Луганск. И они это никогда не были. Малороссия, это же Новороссия была. Присоединили, чтобы сбалансировать как-то социальный состав. Ну, то есть они молиться должны на Ленина, но они, конечно, памятники обрушают. Ну, правда, есть случаи, там ее в эту вышиванку в один памятник одели. Я думаю, это нормально. Надписи только нет. Спасибо большое и так далее. То есть это говорит вот это такое бескультурие и безграмотности колоссальнейшее. Что у нас с вами работа непочатый край. Вот, и возвращаюсь, то есть нельзя просто ставить вопрос, что вот эти самые, ради этого того, чтобы практику, чтобы всякую чепуху надо в практику внедрять. Вовсе не значит, что эти идеи, они еще и ошибочные, там нечего внедрять в практику, они все разрушительные, этих многих, разрушить эту старую систему. Ну, разрушили вы ее. Во-первых, ее не разрушишь, потому что то, что в науку попало, оно неуничтожимо. Это же вы, я же не могу вот ваше знание украсть. Я вот эту вашу вот книжечку электронную могу украсть при желании. Но то, что у вас есть в голове, это невозможно украсть. Или вот вы сейчас сидите, слушаете, я не боюсь, что вы у меня украдете. Во-первых, у меня еще есть мысли, кроме тех, кто я вам тут провозгласил. И это не последняя мысль, которую я вам излагаю. А некоторые боятся, вдруг кто-то узнает, что я думаю,
и опубликуй. Ну, публикуйте, а новую придумаю. Вот проблема наша. Если я у вас забрал, так у вас это теперь не будет. А если я у вас мысль усвоил, так она у вас-то все равно осталась. И вот то, что я вам рассказываю, это все равно у меня-то осталось. И от меня это не убежало никуда. Поэтому вот эти разрушители, они даже не понимают, что они разрушить-то не могут. Нельзя это разрушить, знание. Сколько было разрушителей, сколько было там, рушились города, государства, а культура-то развивалась все равно. Кто изобрел эту самую арифметику-то? Алгебру кто изобрел? Альджебра вам ничего не говорит? Арабы. Альджер Аль-Мукабала. Нет, Пифагор тоже занимался математикой, но алгебру это дело арабов. Вот они воевали, то все. Ну, потом все, что делали арабы в этой части, потом это используется. А арабы, наверное, что Пифагор, математику тоже. Пифагоровые штаны во все стороны равны, тоже запомнили. Так, ну хорошо. Ладно. Продолжаем дальше. Значит, сейчас я тут подверг сомнению ваш тезис о том, что им нужно внедрять в практику то, что они там голову им взбрело, эти молодые гегельянцы. Слава Богу, они не могли это внедрять в практику, да и не внедряли. Никто их и не слушал. А практика шла сама по себе, а этих их там все эти бури в стакане воды. Само по себе, потом пришли Маркс и Энгельс, разрушили это все, и этот авторитет у них упал, как вот и предполагалось. И эти идеи захерели и представляют собой ценность. Ценность представляет не столько эти молодые гегельянцы, сколько Маркс и Энгельс, которые вот это вот разобрали. Так. У вас должно быть с такой книжкой более прогрессивная позиция, чем у меня. У вас уже там все это щелкаешь, там, смотришь на экран. Ну, по порядку. А у вас страницы там стоят или они без страниц, без номеров попадают туда? У вас файл с номерами? Ну, да. Ну, так как последовательности понятно. Чем сообщаешься, чем меньше номер, тем раньше, чем позже, тем позже. Чем больше номер, тем позже. Вот я, например, стою на странице 17. Вот тут написано, молодые гегельянцы разделяются старыми гегельянцами, их вера в то, что в существующем мире господствует религия, понятие, всеобщее. А на самом деле, что господствует в мире? Вот это вроде так, это сомнительно, так высказываются они, походу. Вроде так красиво, вроде в существующем мире господство религии, понятия, всеобщее, а на самом деле, что господствует в мире. Как вы думаете? Надо сначала решить, кто господствует, потом выяснится, что. Кто господствует в мире? Человек. А? Человек. Один. Фамилия человека. В мире, который разделен на классы, кто господствует? Мы вышли из такого мира, в котором классов нет. В котором классы есть. Не вышли еще? Классы у нас как соотносятся? Есть класс, который создает материальное благо, а есть класс, который держит в руках всю машину насилия. Как он называется? Господствующий класс. Но если господствующий класс, кто господствует? Это класс. А класс-то это не просто там люди какие-то. У них-то, они же не случайным образом эту позицию занимают и такую борьбу ведут. У них есть интересы у этого класса? Вы их лично обвиняете или просто у них интересы такие? Вот если бы я был капиталистом, а вы были моим наемным работником, вы бы пошли ко мне наниматься, я сказал, вы знаете, Екатерина, ну, конечно, вы можете ко мне поступить, но у меня денег мало, я больше 3000 вам не заплачу в месяц. Сказать, почему я не заплатил? У меня потому что острова покупать я должен. У меня 6 машин, и мне нужно менять эти там двигатели, чтобы красивые были и так далее. Поэтому, ну, а человек свободный, у нас же не феодализм. Вы пойдете
и искать лучшие. Куда бы вы ни ходили, а везде мои друзья. И эти друзья тоже так же не очень стараются вам дать хорошую зарплату, а стараются себе получить побольше прибыли. И, наконец, вы придете и говорите: да ладно, Михаил Васильевич, ну, давайте я хоть 3-3, главное, не сразу умерите. Вы же понимаете, долго не протянете, но хоть не сразу. То есть что господствует? Господствуют просто люди или интересы классов господствуют? Каких? Значит, господствуют интересы, вот потому и класс господствующий, что его интересы экономические господствуют. А орудие для этого господства есть в лице государства. А если вы что-то не то, сказать, будете против меня выступать, скажете, как это у него там завод, фабрика, а у меня только вот книжечка такая. Как что? Я вам просто удачный, удачливый, успешный. А вы сейчас это же объясняют, как я успешный, а вы не успешные. Просто мы бежали, вот, хотели хапнуть и вы, и я, а я хапнул первый. А вы не успели. Прибежали, я уже все забрал. Все. А теперь вам остается только прийти ко мне работать. Ну, я уж вам объяснил, плохо у меня тут зарплата это. Вот. Потом вот мне приходите, повысите зарплату. Я говорю, ну где, вот вы понимаете, что я покупатель вашей рабочей силы, понимаете, да? Вот вы подумайте своей головой, вот если я покупатель, может ли покупатель понизить цену на то, что он покупает? Ну, это дикость. Согласитесь. Сейчас я приду в буфет, спрошу у них, вот я у вас покупаю кофе. У вас сколько кофе? 45 рублей. Давайте за 73. Они как на меня посмотрят? Как на идиота. Скажут, вот видно, желтый дом-то не зря покрасили. Какой же покупатель будет покупать задорого, когда можно задешево? И я покупаю вашу рабочую силу. На этом же построен капитализм. Вот. А вы человек свободный. Можете не продавать свою рабочую силу. Но у вас ни земли, ни коров, ни огорода. Вы походите, как свободно совершенно. И придете опять со мной разговаривать. И сказать, Ну ладно. 3200 по дружбе. Вот и все. Вот это вот на этом построено. То есть господствует в мире интерес. Вот Гегель, например, пишет, вот он идеалист, но он умный идеалист. А Ленин говорил, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Он говорит, интересы движут жизнью народов. Интересы. Не вот идеи. Идеи, а интерес, а идеи уже выражают вот эти интересы. У меня есть идея, как вам платить не 3200, а 2700. Но если я прямо так вот начну не платить, вы еще можете сбунтоваться, если у вас много таких наберется. Поэтому я делаю так. Ничего, я вам даже 3500 плачу. Но только цены начинают ползти вверх. И тогда реально то, что вы получаете, куда идет? О, это кто придумал? Думаете, это вот не придумали? Это Кейнс придумал. Джон Мейнард Кейнс, английский лорд. В книге «Общая теория занятости и денег» так и написал. Не надо вам бороться на одном предприятии, вас будут бунтовать эти самые работники. Надо цены просто. Поэтому, когда она рассказывает сказки, что вот цены растут. Вы видели хоть цены, хоть раз, чтобы выросли когда-нибудь? Видели? Вот цветы растут, деревья растут, а цены, чтобы выросли, видели, нет? Повышают. Да, цены только повышают. Кто-нибудь их повышает, а сами они никогда не растут. Это тоже вот такая формулировка делается, чтобы вы думали, что это вот стихийное бедствие. Вы понимаете, цены выросли, мы сами страдаем. А как мы страдаем? Я на свой товар в соответствии с этим повышением цен на других, соответственно, повышаю. Единственный товар, цена на который не повышается, это рабочая сила. А цена рабочей силы называется заработной платой. То есть вроде как все растет, кроме инфляции, это не общее повышение цен. А это повышение цен на все, кроме товара, рабочая сила. А рабочая сила не повышается. Вот я вот даже вам подкину еще. Или буду вас индексировать вам. А что такое индексация? Год пройдет, я этот кусок с вас уже снял, денег. А потом на следующем году опять на этот же уровень вам выйдет. И вы радуетесь. В следующем году. И никогда из бедности вы не выйдете. Потому что интересы двигают жизнь. А я никаких таких идей вас ограбить не проглашаю. Нет, все хорошо. Мы очень вас любим, уважаем. Желаем вам счастья во всех вопросах. Так, ну, давайте дальше пойдем. Тем более у нас осталось тут конец уже близок. Ну, он говорит про разные формы собственности, потом исторические. И первая форма собственности была рабовладельческой.
Но он там рабовладельческий, но он там различает их. Племенная, там общинная он называет, да? И частная рабовладельческая. И государственная берет. А государственная это частная или нет? Вот в это общество, скажите, пожалуйста, рабы входят? Когда говорят о государственной собственности, входят рабы? Или они не считаются людьми в рабовладельческом обществе? Значит, на самом деле, государственная собственность есть собственность только части, только собственность рабовладельцев. Но коллективная такая. Все рабовладельцы заедино имеют эту собственность. Вот. Поэтому это государственная собственность, это частная собственность рабовладельцев. Как сейчас? Государственная собственность есть? Чья это собственность? Ваша? Моя? Это государственная, это частная собственность класса капиталистов, которые соединили свои усилия, и так нам с нами удобнее работать. Ну что, я, Екатерина, должен вас поблагодарить, потому что вы тут были в трудном положении. Во-первых, в начале, во-вторых, вы, так сказать, как-то требования знали, вы подготовились. Но материал сам по себе очень сложный и трудный, и, так сказать, вас допрашивали 4 часа. Если будете говорить, как тут мучают вообще студентов, будете рассказывать, что у меня допрос был 4 часа. И я, тем не менее, выдержал это. Вот вы выдержали, я вам благодарен. Вот, и теперь, значит, что у нас в следующий раз? В следующий раз вот мы будем считать, что мы это... Ну, надо нам это досмотреть, наверное. Это мы, само собой, будем досматривать. И еще надо прочитать... Действительно, базис идеологии до коммунизма. Это а вы уже прочитали, а? Это Б. Угу. А вы уже прочитали. То есть вам ничего. Вы прямо отдыхать будете теперь. Вы до коммунизма прочитали? Нет, я, по-моему, А прочитала. Нет, Б я не читала. Ага, ну вот Б надо прочитать. Это вот у меня это страница 70-я. Собрание сочинений для ориентировки. Вот, ну, Б, по крайней мере, вот все Б. То есть мы будем обсуждать. И у нас, в общем-то, производство, история у нас обсуждалась, а вот производство сознания мы на этом не останавливались. У нас вот эта тема, вот пункт второй, не изучена сегодня. Так что у нас остается должок, который мы просто в следующий раз это продолжим и пойдем вот дальше изучать. Ну и у нас впереди должна быть такая подушка, чтобы могли дальше двигаться. И не быть тут формально привязанными. Если надо остановиться на чем-то, будем останавливаться. Спасибо большое вам. Успехов.